Друзья, всем привет! Приветствую вас! Сегодня ярмарка выходного дня, город Кропоткин, улица Речная, 6. Поздравляю всех причастных к дню пограничника, всех погранцов с праздником. Пройдем, посмотрим ассортимент: канарейки, попугайчики, разные птички, ценники посмотрим. Какую цену зеленый попугай этот? Зеленый сколько стоит? Продали его. Продали. Волнушка молодая. Горелый. Вот есть белый продать. Придешь, доберу. Друзья, молодая розела, пестрая. По 4. Неразлучники. Сколько стоят? Эти 800, это банановые. Не, всех не. Так а тут целых вот есть один? А это фишера, да, вот с голубыми? Ну, они еще и штуки такая художественная. Черный масковый неразлучник. Как горный попугай. Горные сколько стоят? За 25 отдам пару. 25 пара. Да. Вот эти 4, ну это брат с сестрой. Эти конец января. И по 4 рубля. Почем такие крольчата у вас? 700. 10 за пару или за одного? Один котенок 10, да? Да, это вы придете. Да, я кого вас угадала. Это у вас самцы или самочки вот это? Это самочка, вон она одна. Два самца. Два самца и самочка. Вот видите, как можно. Да, видно, да. Вот красота. Так, сегодня самые красивые, это как называется, пенантовые розелы на ярмарке. Номер телефона владельца. Диктуйте свой номер. 8-918-675-52-46. Давайте еще раз повторим, а то они орут. 8-918-675-52-46. Вот, друзья, звоните. Птица вся хорошая, молодая, видите, вот еще не перелиняли. И видите, спокойно, адекватно, абсолютно вот не боится. Хочет морковочки, чтобы их дали. Вот так вот. Это город Армавир, кстати, вот эти розелы. Вот вся сила в морковке. Здесь кеннеры, мальчики, поющие. А цена какая? 2,5. Друзья, пожалуйста, можно приобрести клетку. Отправка по всей России почтой. В целости и сохранности. Кому нравятся такие клеточки, обращайтесь по номеру телефона 8-928-231-6107. Размеры клетки: длина 50, высота 30, ширина 25. Кормушечка здесь встроенная. Вот она, пенальчик. Поилочка идет в наборе. И поддон выдвигается в сторону. Видите, как раз удобно. Здесь можно повесить дополнительно купалку или ванночку, то есть гнездо или купалку.
А это центральная дверка, все как положено. Также можем выслать почтой вместе с клеточкой набор для начинающего разводчика канареек или для опытного. Кто шить не хочет гнезда, вот, пожалуйста, гнезда из джута и гнезда из нейлона. Обращайтесь по номеру телефона 8-928-231-6107. Вот такие еще переноски есть хорошие. Переноски есть два вида. Побольше и поменьше. Тоже поилочка идет в наборе, чтобы птичка ваша ехала, кушала корм и пила водичку. Вот так, раз и готово. Идем дальше. Друзья, вот такой певчий попугай, самец, цена 2500. Есть возможность отправить в Краснодарский край, в Москву, в Ростов. Ну, в некоторые города, кому интересно, уточняйте. Можете смс-ку написать, можете на WhatsApp. Номер я диктовал уже. Здесь у нас японские амадины, 250 рублей цена. И волнушка рядышком. Голубой тигровый окрас. 25, да? Вот они. Тоже отсюда. Ага. Ну да, тогда проедем. А, это вы его там носили, да, этого песика? Кто внутренне увлекается, вот, пожалуйста, тут все есть в наличии сейчас. Застрял! А если светлые или белые? А я что вижу без глаз. Самец от самки отличается, да? Да. А там говорят, не отличается. Вы умеете отличать? Юра, я ж не держу, это не знаю. А, вы не умеете, да? Почем ваша красота? 20 и 10. 20 и 10. Это без НДСа, да? Ну конечно. Ага. Спасибо. И та женщина подошла, дверь взяла. Тут тоже, Юра, 40, эти 35 и эти 35. 40, 35, 35. А такие неразвучки какую цену? Это как вид называется? Розовощеки или фишера? К розовощеким, да, это относится? Ну, достаточно, думаю. Поговорили. Объективно. Все продал, за исключением розы. Вот, видите, морда у меня. Все продал уже, понял? Все продал человек. Маленькая камера. Не, надо развернуться, чтобы. Сегодня барабантовый на ярмарке. Красуется вот такой. Это самочка, а вот самец. Красавец, ну что, он стоит того. Стоит того, да? Ага. Курочки сегодня есть. Смотрите. И у вас есть коробка, куда посадить, правильно? Да. С пустыми руками, с полными кошельками приходим и вперед. У тебя есть куртка?
Уже все таки положила где-то. Это перепелочки, да? Да, перепеляли. Это три дня уже, да, конфеты? Красивые кролики. Голуби. Посмотри, сколько сухой. Сейчас посмотрим красоту. Красивый, да? Красивый, говорю. Красивый, да. У него что не белохвостый, видишь? А, надо, чтобы был полностью белый хвост. Да, да? Тогда цена. Тогда вообще хорошо. 3 на 3. Ясно. Не пой. Вот эти плеваться не будут. Да, есть. Понятно. А почем ваши щеночки? Ну, вот это здесь, вот это десятка, это 15. Уже почти самостоятельные, да, можно сказать? Да, они уже все самостоятельные, они даже кушают. Все ясно. Понимаете, да, масштабы? Думаю, это вылетит. Спят кокарики, уже жарко. А вы им мокрый душ не делаете? Сало делаем. Сало? Привет из города Курганинска. Погранцов с праздником, да? И с праздником пограничников. Мафия. Какую он нахуй? Кто такой? Да, он пузатый, ты видишь, как. Здесь певчие попугайчики. Вот. У вас здесь еще курочек много разных. Выбор большой. Вот, прошли мы с вами целый ряд. Видеообзор подходит к концу, друзья. Подписываемся на канал. До скорой встречи. Каждое последнее воскресенье месяца. Город Кропоткин, Краснодарский край. Адрес улица в начале видео.